накатки сделаны, самое время навести порядок на своем садовом участке. Этим и займемся. Это рубрика «Удачная идея». Всем привет! А помогут нам в этом наши постоянные эксперты Татьяна Жданова и Александр Клецков. Ребята, привет! 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 Рассказывайте, что сегодня будем делать? Так, ну, поскольку наш дачный сезон окончен, цветы и какие-то яркие такие растения у нас уже ушли, то у нас возникла идея сделать что-то такое декоративное, допустим, какие-то поделки своими руками и выставить это на участке. Возможно, это будут указатели или какие-то яркие... Птицы? Или цветы. Отлично. Приступаем? Давайте. Для этого нам потребуются обрезки досок, может быть, фанеры, какого-то небольшого диаметра. На них мы рисуем... либо это будет кружок, либо можем какую-то такую форму птицы сделать. То есть смотря из того, какая у нас доска по размеру. Приступаем. Александр? Я за птицу. В путь. Один указатель у нас готов, и у нас еще есть стопка. Ага. Александр, вперед. Саша. Благодарю. Всего хорошего. Все, увидимся. Отлично. Какие ровные круги. Да, 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 и какие чудесные птички. Даже на сердце хватило. Ну что, давайте красить. Это у нас табличка баня. Сюда. То есть мы ее тогда втыкаем сюда. Угу. Сладкие леденцы, я думаю, можно здесь. Угу. И птичку, я думаю, что поставить можно как-то вот так. Очень приятно было с вами работать. Да, спасибо вам. Взаимно. Спасибо вам большое, что на протяжении всего этого времени удивляли нас, радовали, дарили прекрасные идеи нашим телезрителям. Без вас бы ровным счетом ничего не получилось бы. Поэтому, ребята, это все мои скромные аплодисменты для вас. Спасибо вам.